Народ, помните президента Кеннеди? Печальная история. Даллас, ну вот, да, неприятность там такая получилась. Я был в Далласе, я был на этом месте, где произошла трагедия. Там до сих пор такие кресты на асфальте нарисованы. Ну, означает, что вот здесь вот пули попадали даже в асфальт, они оставили это как память. И окно, с которого стрелял тот человек в Кеннеди, оно тоже отмечено. Но я не пошел туда, но я ходил вокруг. У этого Кеннеди был брат, а у брата сын. И вот этот сын сейчас баллотируется в президенты США. Независимый кандидат он. То есть Кеннеди, президент, был дядей этому вот человеку, который тоже Кеннеди, и он баллотируется сейчас в президенты. У него компания своя идет. Не знаю, кто финансирует его, может быть, у него самого есть деньги, но он активно выступает, продвигает свою кандидатуру, и там даже, ну, у него электорат какой-то свой есть. У этого племянника, получается, Кеннеди, есть своя позиция по поводу России и Украины. Она, естественно, кардинально отличается от позиции того же Байдена и других кандидатов в президенты. По поводу Трампа я не знаю, потому что Трамп, сами понимаете, он говорит одно, завтра другое, непонятна его позиция. Он просто говорит, надо все прекратить, заключить сделку. У этого Кеннеди, у него вот есть то, что есть, и он об этом публично говорит очень часто. Предлагаю послушать его позицию. Я покажу вам два его выступления. Почему хорошо, что он об этом говорит? Потому что его слышит большое количество людей. Он же выступает на большие аудитории и дает постоянно интервью, выступает на подкастах. И американцы все больше и больше слышат вот такую его позицию. Поэтому пусть слушают и понимают все больше и больше. Давайте послушаем племянника знаменитого президента Кеннеди. Позвольте мне рассказать вам, что произошло в Украине в плане войны. Потому что нас обманывали. Нам говорили, что Путин пытается захватить Европу. Это его первый шаг, чтобы восстановить Советский Союз, Советскую империю. Это все комиксы. Это вранье, что ли? Да, конечно, это как комиксы. Понимаете, это про Саддама Хусейна нам тоже говорили, нам, что там оружие массового поражения, его надо там свергнуть. Не было никакого оружия массового поражения, и никакого терроризма там не было. Там нормально, у них там что-то двигалось, страну он вел куда-то на востоке. И, ну да, у них там свой режим был, но неважно. Ну, по Хусейну, да, я соглашусь, это была, наверное, какая-то ошибка. Но давайте я вам расскажу, что там в Украине случилось на самом деле. На самом деле. Позвольте мне вернуться туда, в начало 90-х и даже раньше. В 91-92 году стены упали между Россией и Западом. А еще раньше, помните, когда Берлинская стена упала? Горбачев тогда разговаривал с Западом, там все эти, кто там, Джордж Буш был и другие. Он сказал им, я вам позволю сделать одну невероятную вещь. Никто в здравом уме не предлагает такое. 450 тысяч советских солдат мы выведем из Восточной Германии. Тогда разговоры такие были. И он говорит, пожалуйста, объединяйте Германию под НАТО. Под НАТО делайте, что хотите. А НАТО враждебно СССР тогда была. Он говорит, ну, я у вас прошу одно. Не надо двигать НАТО на восток. Просто никогда не двигайте на восток НАТО. Не расширяйте его. И тогда все эти официальные люди на Западе сказали, ни на шаг не сдвинем НАТО. Не-не-не-не-нет. Все делаем, НАТО остается как есть. И вот прошло определенное количество лет. А в 97 году, что начало происходить? Там все эти неоконы стали появляться. И они предложили, давайте двигать НАТО на восток. Прям к российским границам. Там у нас 15 стран. Давайте двигать туда НАТО. И в то время самые важные такие дипломаты в Америке, Джош Кеннон и другие, самые разные, которые проектировали всю эту внешнюю политику и понимали холодную войну, они говорили, если вы сделаете это, во-первых, сумасшествие, это полное сумасшествие. Ну, Россия только вышла из холодной войны, ну, давайте им план какой-то предложим, давайте их интегрируем в цивилизованное общество европейское, западное. Не делайте их врагами, не воспринимайте их врагами, потому что если вы будете двигать туда НАТО, то Россия будет отвечать.
военным путем будет отвечать. Есть информация, что Билл Пирс, кто тогда был министр обороны США, он говорил Клинтону, что он уволится, если они пойдут в соответствии с этим планом расширения НАТО. Настолько это было сумасшествие. И другие люди, известные, какие-то послы бывшие США в СССР, они говорили, зачем вы это делаете? Это сумасшествие. Между тем временем и сегодня мы двинули НАТО в 14 стран. Зачем мы это сделали? Зачем мы двигаем НАТО? Потому что, когда страна присоединяется к НАТО, они подписывают контракт, в соответствии с которым им нужно покупать оружие в соответствии со стандартами НАТО. Это означает, что им нужно покупать это у военно-промышленного комплекса в США. Там в основном. А это деньги. Короче, мы продвигали НАТО. В то же самое время мы выходим односторонне из двух соглашений по ядерному оружию с Россией. Россия хотела оставить эти соглашения. Это ракеты средней дальности, и, конечно, все это дестабилизировало Европу. Мы, по сути, вышли из соглашения не стрелять по России этими ракетами. Мы вышли из этих соглашений. И одновременно мы поставили свои ракеты, которые могли нести ядерные боеголовки, в Румынию и в Польшу. Окей, вы знаете все эти детали. Это все очень важно. Я ничего не могу здесь сказать. Я не в теме так глубоко. Но давайте посмотрим на сегодняшнюю реальность. Люди разные говорят там про Трампа, но все-таки, когда Трамп пришел к власти, 16-й год, неважно, как о нем думают, но он же нормализовал отношения с Россией. С того времени, 16-го года, по момент вторжения, не было же никаких проблем, расширения НАТО не было. И у них нормальные отношения с Путиным были. То есть, вот с этого времени, сколько, 8 лет, да? Ничего такого не происходило. Да, ничего не происходило, просто мы свергли правительство Украины в 14-м году. Нет, Путин пришел тогда. Какой Путин? Мы свергли правительство Украины в 14-м году. Мы потратили 5 миллиардов долларов, ЦРУ там вмешалось. Сейчас все это признают. И мы начали эту революцию. Майдан она называлась тогда. Эти все протесты, мы поддерживали все это. Мы скинули демократически выбранного президента Украины, который хотел держать Украину в нейтральном статусе от НАТО подальше. Смотрите, в 14 году ЦРУ потратила 5 миллиардов долларов, чтобы скинуть демократически выбранного президента Украины. Он пытался держать страну в нейтральном статусе. Мы скинули его. А за месяц до этого Викулия Нуланд, наша дорогая, лидер неоконов, и сейчас у нее тоже хорошая должность в США, там, в правительстве, у нее был телефонный разговор с посольством США в Киеве. Он был записан, этот разговор, и можно сейчас найти его в интернете и послушать. Она выбирала должности там разные, кто куда будет назначен в правительстве Украины, в новом правительстве. По сути, мы свергли демократически избранное правительство Украины, установили свое, ручное, которое симпатизировало Соединенным Штатам. Как только это новое правительство пришло к власти, они сразу стали издавать странные законы, например, по русскому языку. Они начали притеснять там русский язык и самые другие культурные странные законы, стали продвигать свою программу. И, естественно, начались протесты, и началась, по сути, гражданская война. Киев там стал продвигать свою тему, и пошло-поехало. Крым, Донбасс, тогда, по-моему, 14 тысяч гражданских было убито в этом вот конфликте на Донбассе. И Донбасс голосовал, чтобы присоединиться к России тогда. Не помню, в каком году, но это было. А Путин сказал, нет, давайте по-другому все это сделаем. Нужно оставаться вам в Украине, но давайте защитим, чтобы не было никаких проблем. И заключим такое соглашение. Британию пригласим, Францию, Германию, чтобы все участвовали в этом соглашении. Минские соглашения. В Минских соглашениях было много самых разных пунктов, в основном это касалось всех этих территорий, чтобы на них не давила вот эта вот власть своими какими-то националистическими темами. Там много, короче, всего было. И, естественно, автономия этих регионов была в этих соглашениях. У нас есть такой пример в Канаде, когда автономная территория внутри страны, но при этом она такая более-менее независима. Вот то же самое было про эти регионы. Это не новая такая ситуация. Люди могли разговаривать на своем языке и так далее и тому подобное. И также там была тема в этих соглашениях, чтобы Украина не вступала в НАТО, Минские соглашения.
каким-то образом все это обговаривалось. Эти соглашения все не подписывались, обсуждались. А в 2019 году этот молодой комедийный актер появляется, Зеленский, и идет в президенты. Он ничего не знал про политику тогда. У него было популярное ТВ-шоу, сериал. Знаете, о чем было это шоу, этот сериал? О том, как комик идет в президенты Украины. И вот он идет в президенты Украины. И его основная фишка была, что он подпишет Минские соглашения, что он заключит мир с Россией. И 70% за него проголосовали, потому что все хотят мира в Украине. Все. Он приходит к власти и катится назад. Не буду подписывать. Путин начинает нереально напрягаться от всего от этого. И поставьте себя на его место. Вспомните моего дядю, президента Кеннеди. Он же говорил то же самое, когда Советы пытались ракеты установить на Кубе. Наше правительство, как и обещало, очень сильно следит за Советским Союзом, как они пытаются установить ракетные установки на Кубе. За последние недели все, есть неопровержимые факты, что они устанавливают эти ракеты там и что-то там еще строят. Цели всех этих боевых установок на Кубе, конечно, очевидны, чтобы была возможность нанести ядерный удар по нашей стране. Так же, как и Кеннеди, Путин прекрасно понимал, что если это новое ручное правительство в Украине, которое США установили, если оно пригласит флот НАТО, например, в Севастополь, в Крым, это еще до всех военных тем, это Путин прекрасно понимал, то что это такое будет? 347 лет там был морской флот России, а что туда придут корабли НАТО? Конечно нет. Поэтому в 2014 году, я вам рассказываю по частям историю, Путин забрал Крым. Без единого выстрела он его забрал, и люди там голосовали. Они приветствовали Россию, потому что они хотели быть с Россией. А потом уже, когда февраль 22 года, когда все от всего отказались и уперлись, то да, он посылает несколько десятков тысяч солдат в Украину. Сколько точно, я не знаю, может быть 60, 70, 80. И все-таки, он пойдет дальше, он заберет Европу, Украину. Но это была группировка, которая, естественно, не говорила о том, что он хочет захватить даже всю Украину. Украина 40 с лишним миллионов тогда была. Он хотел всех напрячь, испугать, чтобы все сели обратно за стол переговоров. И эти переговоры практически случились в апреле 22 года. Конечно, США не поддерживали эти переговоры, даже когда идея была, но обратились к Израилю, Нафтали Беннет, и к Турции обратились, чтобы они были посредниками в переговорах. И они сказали, окей, мы будем посредниками. Договоримся обо всем. И вот те переговоры стали происходить. Конечно, это не как Минск-2 там были они, но тоже там были пункты, все было прописано. Нужно было каждый пункт проговорить, подписать, договориться. Зеленский в этом участвовал, его страна, россияне, Путин участвовали. И Путин даже отвел войска в то время от Киева. И, короче, тема была никакого НАТО, давайте все договариваться. Президент Байден тогда посылает Бориску Джонсона. И этот Бориска приезжает к Зеленскому и говорит, все, останавливайся, не надо ничего подписывать. А как мы это знаем сегодня? Как мы это знаем? Да вот как мы знаем, все участники тех переговоров уже открыто говорят. Даже Нафтали Беннет говорит, на Ютубе он там говорит. Обо всем они это открыто говорят, что все эти переговоры были остановлены. Турция участвовала, Израиль участвовал. Все было очень серьезно, но Бориска все разрушил. Это был месяц апреля 22 года. А потом, когда все уже переговоры в трубу вылетели, у Ллойд Остина спрашивают у министра обороны США, какая же наша цель в Украине, что мы там делаем-то вообще? А он говорит, а мы хотим ослабить Россию, российскую армию хотим очень сильно ослабить, чтобы она ничего в мире там не могла нигде делать, слабые, чтобы они были. Это вообще не про украинцев, не про украинский народ. Это геополитическая война с Россией. Они прямо об этом говорили все. У Байдена то же самое спрашивали, что там в Украине мы делаем? А он говорит, а у нас вообще цель изменить режим в России, убрать Владимира Путина. Эта стратегия, конечно, вообще не на пользу украинским людям, обычным, потому что им достается. Это геополитическая тема США, но украинцы страдают.
И, кстати, все происходит с точностью да наоборот. Они хотят ослабить Россию, а экономика России растет. Военно-промышленный комплекс России растет, и БРИКС растет. БРИКС растет очень серьезно, а БРИКС — это угроза американскому доллару, и Америка уже на фоне всего этого не выглядит такой крутой и сильной, какой она была раньше. И также популярность Путина в России растет от всей этой движухи. Он никогда не был так популярен в России, как сейчас. И что хуже всего в плане политической ошибки нашей, Россия теперь в союзе с Китаем, это полный капец для нас. Это очень все серьезно, они там наращивают свое сотрудничество. Это плохая война, в конце концов, это война выбора. Да, был сделан выбор. Я не оправдываю Путина, не оправдываю. Но нам нужно понимать нашу роль в провоцировании этой войны. И вот здесь я хочу сказать, почему это важно, что вы кандидат в президенты, и что все вас слушают, и вы высказываете вот это мнение, чтобы мы понимали, что на самом деле происходит. Понимаете, что он говорит? Это очень важно. После этой информации становится картинка более такая ясная, и я вовлечен в военно-промышленный комплекс, у меня есть бизнес по производству оружия, небольшой бизнес, и во мне это все откликается, я очень переживаю. И вот то, что вы рассказали, это полный капец, поэтому я рад, что вы идете в президенты, вы очень нужны для нашей страны, то, что вы говорите, это очень-очень важно.